Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня я вам расскажу, как постирать замшевую куртку. Это вот такой материал. С наружной стороны она такая, как бархатная, что ли, вот такая. Очень такой приятный материал. Так вот, расскажу вам на собственном опыте, да, как я уже стираю. У меня мужская куртка взрослая, как я уже стираю неоднократно, и она, видите, не потеряла ни цвет, не испортилась нигде, не затерлась, то есть она в отличном состоянии. Как я произвожу стирку? Первое, значит, что я делаю, я всегда застегиваю все карманы, но внутренний, видите, здесь застежек нет, но наружные карманы у меня все застегнуты. Я застегиваю куртку, выворачиваю ее наизнанку, рукава, у меня здесь кнопки на рукавах, их тоже мы застегиваем. И после того, как я все вывернула, все наизнанку, у меня все подготовлено, замки все замкнуты, еще раз проверила, карманы пустые, ничего в них не лежит, и после этого можно тогда отправлять в стиральную машину. В стиральной машине я использую всегда ручную стирку, вот у меня есть ручная стирка, она у меня идет на 39 минут, но я не использую отжим, потому что я боюсь, чтобы ее не перекрутило и не пережало сильно. Два полоскания я так и вставляю, 30 градусов, это самая оптимальная температура, при которой можно стирать практически любые вещи вообще в стиральной машине, потому что не перегреется материал, соответственно, не изменит свой внешний вид и не деформируется. Также касаемо стирки, я всегда использую капсулы, то есть либо же жидкий порошок. Почему? Объясню. Потому что при низких температурах, когда вы стираете, то обычный порошок сухой, он может не раствориться до конца. И тогда, соответственно, вы постираете куртку, достанете, она у вас будет вся в разводах, потому что порошок этот не растворился, либо же кристаллики этого порошка останутся на вашей куртке. Поэтому лучше используйте жидкий. Отжим я убрала, отжим я не использую. После того, как у меня будет куртка постирана, да, когда я ее достану из стиральной машины, ее нужно обязательно просушить. Как сушить правильно куртку? Я никогда обратно не выворачиваю, потому что так она все равно сохнет дольше. Почему-то это я уже заметила на своей практике. Поэтому я оставляю вывернутую наизнанку, раскладываю на ровную поверхность. Вот так, то есть просто при комнатной температуре, потому что его нужно будет подложить либо плед, либо полотенце, что будет хорошо впитывать влагу с куртки. И на этом пускай она лежит у вас, ну, наверное, придется периодически менять, потому что я несколько раз меняю подложку под курткой, потому что, ну, понимаете, да, куртка, как бы влаги в ней много будет, так как вы отжим не используете. И после того, как она просохнет, при каждом, когда вы будете менять покрывали, в каждом варианте, точнее, в каждом случае, когда вы поменяли, стрюхиваете вот так вот, взбиваете вашу куртку, и тогда внутренний наполнитель не собьется и высохнет, и будет куртка в надлежащем состоянии. Поэтому сложности стирать такую куртку вообще никаких нет. Видите, она у меня яркая, красивая, то есть вид свой внешний абсолютно не поменяла. Самое главное, стирайте ее изнаночной стороной. А это видео снимала специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!